Еще одна траурная церемония в Москве. Проводили в последний путь певицу Юлию Началову, жизнь которой оборвалась трагически рано, в 38 лет. Уже на улице было понятно, зал не сможет вместить всех, кто пришел попрощаться. Цветы, слезы, последние аплодисменты. И поклонники таланта, друзья и коллеги вспоминали чарующий голос и улыбку, от которой становилось светлее. С Юлей мы не так много общались в этой жизни, но эти встречи всегда были очень добрыми, очень необычными, в разных концах мира. И всегда это была лучезарная улыбка, чтобы ее когда-нибудь увидеть в плохом настроении. Это было просто... Это невозможно. Она... Солнышко. Она была очень чистая, без камня за пазухой. Она была очень откровенная, очень добрая. Мы с Юлей познакомились, мы были маленькими. У нас была первая съемка в жизни в моей, в Юлиной. Мне было 10 лет, ей было 9. Мы познакомились за кулисами, мы очень переживали, тряслись, поддерживали друг друга. Просто ей не будет не хватать. Не хватать ее таланта, не хватать будет ее песен, ее голоса, ее улыбки. Впервые о Юле заговорили, когда ей было 10 лет. Зрители «Утренней звезды» сразу обратили внимание на одаренную девочку с большими светлыми глазами. Всегда был рядом, чтобы поддержать отец, композитор Виктор Началов. Юля завоевала гран-при на престижном конкурсе в Нью-Йорке. Записывала альбомы, снималась в кино, участвовала в телепроектах. Удивительный дар. Она стала звездой, но была при этом скромной, доброй девочкой, прячущей боль от окружающих. У Юли Началовой осталась 12-летняя дочь.